15 июля Казанский федеральный университет посетила известный журналист, специальный корреспондент Первого канала Жанна Агалакова. Уже третий год подряд Жанна с семьей, мужем, итальянцем Джорджо Савона и 14-летней дочерью Аличи путешествует по России. Они были с Агалаковой и во время творческой встречи в КФУ, снимая происходящее на камеру. Путешествуем. Мы просто хотели бы, чтобы наша дочь видела Россию, поскольку у нее не было такой возможности на протяжении вот ее 14,5, почти 15 лет. Только первые 3 года она была в России, жила потом Париж, потом Нью-Йорк. Но она русская, между тем, по паспорту и по маме, как минимум. Вот. Но у нее не было возможности видеть и чувствовать, что такое Россия. В этот раз Жанна со своей семьей решила посетить Мурманск и Казань. В ходе ее пребывания в Татарстане она уже успела посетить Казанский Кремль и форум Солет. Мы были вчера в лагере Солет, и мы были просто в абсолютном восторге. Нам там понравилось все, и то, что ребята изучают родной язык, и то, что они на этом языке изучают мир, и то, насколько они активны, и то, насколько они все позитивны, и то, насколько им все интересно. Даже моя дочь, она сидит в первом ряду, ей очень захотелось там побывать. В начале встречи Агалакова рассказала о своем творческом пути, дав студентам главный совет – быть смелыми, не держать свою мечту в кармане, а всеми силами стараться ее реализовать. Телевизионный язык, устная речь, отличается от речи письменной. В письменной речи можно, как Толстой, на полстраницы одно предложение, потому что есть возможность вернуться, перечитать какие-то блоки, выделить в цитаты. А в телевизионном языке нет такой возможности. И вообще надо, вот как по Булату Акуджаве, каждый пишет, как он дышит. Вот как дышите, так и рассказывайте историю, которую нужно рассказать в телеформате. После окончания разговора, который прошел в формате «Вопрос-ответ», Агалакова сделала селфи со всеми желающими. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.